Всем привет! И сегодня я вам покажу, как заставить ходить человека в игре Melon Playground. Тренироваться мы будем на вот этом человеке. Ну и показывать, естественно, тоже. Для начала его немножечко так оденем, чтобы он чувствовал себя не зажатым. Все. В общем, когда нажимаешь на человека два раза, появляется вот такая вот менюшка. Ну, как бы небольшая, не маленькая менюшка. И нужно вот сначала пролистать до самого-самого конца. Вот, сколько перестать и все такое. Самого конца. И вот, вы видите, команда тут называется волк. Ну или валк. Кто как читает, в общем. Вот, на нее нажимаешь, и человечек просто идет. Идет такой, как вот ничего не бывало. Хотя и так вроде бы ничего не бывало. Можно ему небольшую подставу сделать, вот такую. Он наступит на мину. И будет прикольно. Можно также сделать с ними небольшую вот такую игру. Сейчас покажу. И можно такую фигню делать, хоть со сталь человеками, людьми. Или это не люди. Прикольненько так получилось. Ну а вам я желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые крутые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. На все читаю. На все отвечаю, все читаю, буду вас всех лайкать. Ну и что ж, всем пока.